Здравствуйте, дорогие гости и подписчики нашего канала «Как правильно убить В». Сегодня я хочу ответить на вопрос, который мне задала читательница под одним из роликов. Вопрос звучит следующим образом. Елена, добрый день. Как вы считаете, у детективов есть национальные особенности? Английский, норвежский или есть яркие представители, по стилю которых мы составляем свои представления? Ну что я хочу сказать? Спасибо огромное за вопрос. Самая обожаемая мной тема, по поводу которой я могу говорить бесконечно. Я с удовольствием на него отвечу, причем с картинками. Прежде чем я начну рассказывать о национальных признаках детективов, я бы хотела сказать, что европейские культуры до сих пор ведут спор о генезисе детективного жанра. Ну вот, например, американцы, они считают, что детективный жанр произошел от Эдгара По, от его убийства на улице Морг. Ну и, в общем-то, действительно, 1840-е годы ознаменовались, не побоюсь этого слова, рождением великого детектива. То есть Эдгар По создал великого детектива, явил его миру, явил его читателям, и он заложил основы дедуктивного метода расследования. Ну вот, например, немцы считают, что основоположником детектива был все-таки Гофман и его знаменитая знаковая мадемуазель де Скюдери. Со своей стороны, допустим, англичане тоже не хотят упускать пальму первенства и считают, что, в общем-то, в XIX веке они были непревзойденными мастерами детектива. Взять хотя бы Артура Конан Дойля, который создал Шерлока Холмса, который практически переписал заново его дедуктивный метод, создал его как личность, и он, в общем-то, до сих пор является ключевой фигурой жанра. Далее, конечно, Уилки Коллинз. Как без этого мастера-детектива, его потрясающий «Лунный камень» или «Женщина в белом»? Это уже классика детектива. Ну и, в общем-то, так далее. Агата Кристи, Честертон и другие ярчайшие представители детективов. Как мы видим, мы можем брать любую страну, и в каждой найдется какой-то свой родной доморощенный детектив, который считается знаковым, который считается сильной фигурой в этом соперничестве. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки. И я хочу сказать такую вещь. Это не впервые люди задаются таким вопросом, есть ли национальные особенности детективного жанра. В 1976 году режиссер Роберт Мур снял совершенно потрясающий фильм, детективный, комедийный фильм, который называется «Ужин со смертью» или «Ужин с убийством». Есть как бы разные варианты названия этого фильма. И этот фильм начинается с того, что некто, какой-то аноним, таинственный человек, открывает перед зрителями таинственную шкатулку. Columbia Pictures представляет. Производство Рэя Старка. «Ужин с убийством» по мотивам произведения Нила Саймона. В этой шкатулке зритель может видеть некий таинственный замок и несколько людей, которые прибывают туда на праздник, на какой-то ужин. И в течение всего фильма
зрители имеют возможность наблюдать за этими персонажами. Кто же они, эти люди? Дело в том, что создатели этого фильма решили явить миру комедию, штамп, комедию-клише. Для этого они собрали всех знаменитых сыщиков со всех сторон мира. Сыщик-американец, француз, англичанин и китаец. Все они знаковые фигуры для своих эпох и для своих стран. Все они очень значимые фигуры в детективном жанре. У каждого из них свой характер, свое лицо, свой метод расследования. И наш режиссер, наш сценарист сталкивает лбами их вот в этом вот мрачном замке. Для чего? Для того, чтобы они смогли расследовать еще несовершенное убийство. Хозяин дома, хозяин этого замка, объявляет им, что ровно в полночь в этом замке кого-то убьют. И если они до утра расследуют это преступление, во-первых, победитель получает лавры. Победитель получает звание лучшего детектива мира. Ну и там еще какие-то пару мешков денег, такой вот бонус легкий в виде какой-то плюшки, за который тоже герои решают побиться, посоревноваться. И, как обещал хозяин, ровно в полночь совершается убийство, и герои в этом замкнутом пространстве, в этом таинственном замке, полном ловушек и неожиданностей, начинают расследовать преступление. Я уже говорила о том, что фильм снят в жанре абсолютной комедии. Более того, в этом фильме собраны все возможные клише из всех известных детективов. Но они настолько ловко и с таким тонким юмором соединены, переплетены между собой, что смотрится кино замечательно. Естественно, не нужно относиться к нему как к серьезной работе психологического детектива или триллера, ни в коем случае. Это действительно очень легкая комедия на вечерок, просто поглядеть с семьей или одному и просто отдохнуть. Итак, чем же все-таки отличаются детективы разных стран, разных культур друг от друга? Самые первые люди, которые появились в этом замке, это англичанин, сыщик-англичанин и его супруга, разумеется, с собачкой. Это очень чопорная, хорошо воспитанная пара с безукоризненными манерами, прекрасно одетые, прекрасно умеющие поддержать светскую беседу. Разумеется, как и все английские сыщики, этот господин немного Шерлок Холмс. Ну, что мы знаем о Холмсе? Что он отстранен, холоден, что он очень наблюдателен, он с легкостью делает какие-то потрясающие логические выводы. Он всегда первый. Но что еще очень важно? Конечно же, он имеет отношение к какому-то хорошему, какому-то именитому дому Англии. Ну, у Конан Дойля эта тема обыграна тем, что его старший брат Майкроф Холмс служит в Министерстве внутренних дел Англии. И поэтому это делает самого Шерлока, в общем-то, человеком достаточно высокого круга. В этом фильме в случае с англичанами-сыщиками это тоже обыгрывается очень тонко, с большой долей юмора, ну и, конечно, сарказма. Рассказывать все не буду, поглядите сами. Я уверена, вам этот фильм очень понравится. Значит, как мы уже понимаем, отличить из толпы сыщиков англичан, в общем-то, просто. Это отстраненно держащаяся, хорошо воспитанная пара с безукоризненными манерами, которая всегда пытается понять, вашего ли круга этот джентльмен или эта дама. Кроме англичан, конечно же, туда приезжает некий француз со своим шофером. Совершенно комический персонаж, и в нем
конечно же, очень легко угадывается пародия на Эркюля Пуаро и его друга Гастингса. Он показан слишком уж утрированным французом, который любит шоколад, который любит, в общем-то, хорошо поесть, который в первую очередь глядит на то, хороша ли в доме кухня. По какой-то причине он вместе с Гастингсом спит в одной спальне и, мало того, в одной кровати. То есть отличить французов-сыщиков от других людей тоже, как мы видим, достаточно просто. Они очень эмоциональны, они много жестикулируют, они очень эмоционально, даже аффективно реагируют на происходящее. Они не глупы, но их излишняя эмоциональность, особенно на фоне чопорных англичан, конечно, здорово режет глаза. На самом деле, отличие французского детектива, французской детективной литературы от подобной литературы других стран именно в том, что писатели уделяют огромное внимание внутреннему миру персонажей, психологичности персонажей, каким-то их очень личным, очень частным поступкам, мыслям, предпочтениям. Ну, вот что далеко ходить, совершенно недавно французы пересняли английские детективы, убийство Агаты Кристи, загадочное убийство Агаты Кристи. То есть вы понимаете, какого рода этот аттракцион. Эмоциональные французы пересняли англичан. Французы играют английскую жизнь. И сразу становится понятно, что помощник сыщика, главного героя, по какой-то причине в него страстно влюблен. Оба мужчины. Ну, признаюсь, я, в общем-то, не стала смотреть этот сериал. Как-то вот не задалось у меня с таким восприятием сыщиков-англичан в исполнении жарких, толерантных французов, но не получилось. Поэтому можно понять, что французский детектив будет отличаться, допустим, от английского тем, что французы очень любят вот это вот грязное белье, и не только грязное белье преступников, ну, в общем-то, они не против и заглянуть в замочную скважину и к самим сыщикам. Далее, следующий персонаж в этом фильме – совершенно комичная, уморительная парочка, мисс Марпл. И поскольку нужен был какой-то напарник, какой-то компаньон, ей вручили пожилую даму в инвалидном кресле на каталке, которая оказалась ее престарелой няней. То есть вы сразу можете понять уровень этого сюжета. Но про англичан мы уже много поговорили. Перейду сразу к следующей паре. Это, конечно же, американцы. И американцы очень ярко, очень четко отличаются от англичан и французов. Ну, во-первых, сразу упомяну о том, чем английская детективная литература принципиально отличается от детективной литературы английской и французской. Американцы, они более толерантны, они более приближены к своему читателю. Они могут поставить на роль сыщика кого угодно, даже случайного человека, который вот волею судеб оказался замешанным в этой истории. Или, допустим, человек был уже в процессе сюжета поставлен в такие рамки, что он вынужден расследовать какие-то детали преступления. То есть здесь работает именно вовлеченность простого человека, далекого от сыскного дела и далекого от работы полиции. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы любой человек,
любой читатель мог ассоциировать себя с этим сыщиком и таким образом сильнее вовлечься в повествование, сильнее погрузиться в книгу, в текст. Второе отличие американской литературы от английской и французской в том, что все-таки их сыщик – это плохой парень. В некоторых книгах и в некоторых фильмах, которые я глядела и читала в огромном количестве, конечно же, я иногда даже не могла отследить разницу в поведении и мотивации между просто отъявленными головорезами и гангстерами и сыщиком. Настолько они одинаковы, настолько у них тождественные поступки. Американский сыщик – это такой плохой парень, который применяет какие-то незаконные методы в расследовании, который может применить какие-то не совсем законные и очень жесткие методы воздействия на подозреваемых и на преступниках, чего, конечно, никогда, ни при каких обстоятельствах не позволит себе американский полицейский, который очень жестко соблюдает букву закона. И в этом фильме герой, который, так сказать, олицетворяет собой американского сыщика, кстати, играет его Питер Фальк, тот самый, который играл Коломбо в одноименном сериале «Коломбо». Совершенно комедийный персонаж, который изо всех сил пытался отыграть именно вот такого гопника, сыщика, человека бывалого, который стреляет по первому поводу, который умеет разговаривать с крутыми людьми, который умеет разруливать какие-то проблемы. Он очень вжился в образ. У него такая же напарница, дива из ночного клуба, которая соответствующе выглядит и глядится, и смотрится совершенно нелепо рядом с хорошо воспитанными англичанкой и уж тем более такой вот простушкой деревенской мисс Марпл. Ну и последняя пара, которая прибыла на этот вот ужин с убийством, на этот вот праздник смерти, это китайцы. Знаменитый китайский сыщик со своим племянником, с которым он обращается хуже, чем со слугой. Чем отличается китайский детектив от всех остальных? Конечно же, своей колоссальной наблюдательностью и знанием, глубоким знанием о вещах, о предметах, о каких-то физических, химических явлениях. Почему? Потому что китайские детективы – это вообще особая веха в мире литературы. Ну, достаточно сказать о том, что китайские детективы начинаются всегда с финальной сцены. Это такое правило. И потом уже начинается время обматываться как бы назад, и мы, зрители, то есть, имеем возможность поэтапно, постепенно вернуться к той точке, с которой все началось, и понять причины поступков всех героев. Кроме того, какая еще есть отличительная черта у китайских детективов? Авторы считают своим долгом как можно тщательнее нагрузить читателя различными ссылками, справками, документами, фотографиями. Они очень четко указывают даты совершения преступлений, время, методы расследования, методы убийства, дают очень четкие, очень подробные описания трупов и самого механизма совершения преступления. То есть в этом плане китайцы очень дотошны. Почему? Потому что читатели должны иметь возможность разобраться в этой истории самостоятельно. Китайские читатели покупают детектив для того, чтобы насладиться логической загадкой.
Кроме того, еще такая вот отличительная черта китайского детектива в этом фильме, она была очень иронически обыграна. Все китайские детективы – это просто трактат, философский трактат о добре и зле, о морали, о болезнях общества, моральных болезнях общества и о том, как человек, преодолевая вот эту вот внутреннюю борьбу добра со злом, растет над собой. В этом фильме парочка китайцев показана очень саркастически. Очень едко ее высмеяли, и в первую очередь за то, что китайский сыщик никак не может, пардон, заткнуться. Он просто доводит до умоиступления всех гостей непрерывным цитированием каких-то поговорок, присказок, афоризмов, каких-то очень тонких двусмысленных логических загадок. И в конце концов, в общем-то, хочется этому персонажу ответить китайской же поговоркой, которую я очень люблю. Поговорка такая: речь, произнесенная трижды, надоедает даже собакам. Вот такие вот замечательные совершенно персонажи были описаны в фильме 1976 года. Фильм, я напомню, называется «Ужин со смертью» либо «Ужин с убийством». И то название приветствуется. И вот что я подумала. Я не упомянула о северных детективах, о норвежских, о шведских детективах. Я ничего не рассказала об итальянских детективах, они тоже хороши и тоже имеют свои национальные особенности и специфику. Ну и, конечно же, я ни слова не сказала о русских детективах, об этом замечательном, просто совершенно потрясающем пласте литературы, детективной литературы, которая выстраивалась просто на таких мастерах, как Комаров, Ахшарумов, Шклеровский и более поздних, Юлиан Семенов, Вилли Патов и так далее. Я думаю, что мы вставим в свои планы съемки нескольких роликов, в которых я буду брать какие-то очень интересные, очень яркие, очень знаковые фильмы и книги, которые с успехом прошли именно в стране, так сказать, в стране производителей, которые вошли в топ, и на их анализе попробовать еще раз проговорить вот эти вот национальные отличия, национальные культурные отличия между сыщиками, между детективами разных стран.